Добрый день, мои дорогие друзья, мои гости и подписчики. Сейчас я буду готовить блинчики с ягодным припеком. Для блинчиков с ягодным припеком можно использовать не только свежие ягоды, но также можно использовать и замороженные ягоды. Если вы будете использовать замороженные ягоды, то их нужно будет обязательно, если они у вас крупные будут, там клубника может быть или малина крупная, нужно будет ее обязательно, замороженные ягодки, разрезать хотя бы на 2-3 части. Вот. Затем мы берем чайную ложечку картофельного или кукурузного крахмала, обсыпаем замороженные ягодки, и тогда мы можем использовать их в блинчике с припеком. У меня сегодня свежие ягоды. У меня малина и блубери, голубика. Начинаем готовить. Значит, мы используем молоко для приготовления блинчиков и сметану. Добавляем сметану. Добавляем яйцо, соль, сахар, жидкий ванилин примерно чайную ложку, растительное масло 2 столовые ложки. И размешиваем до однородной массы. Сейчас мы добавляем муку. Муку добавляем частями. На муку мы высыпаем разрыхлитель. Размешиваем. Тесто у нас должно получиться такое по консистенции между оладьями и блинами. Так, тесто размешали до однородности. Посмотрите, какая консистенция теста. То есть это не оладьи, но это и не блины. Так как наши блинчики должны быть сегодня пушистыми, с ягодами. Так, сейчас мы перемещаемся к плите и начинаем выпекать блинчики. Так, сковорода у нас разогрелась. Мы сковородочку смазываем. Первый блинчик мы обязательно промазываем. Следующие можете не промазывать. Но я слегка каждый блинчик промазываю маслицем. На центр сковороды выливаем наше тесто. Тесто само расплывается в круглый блинчик. Не нужно со сковородой ничего делать, не вращать ее никак. То есть как расплывется оно, такое и будет. Сейчас мы добавляем ягодки. По желанию, побольше, поменьше. И добавляем малинку. Так как малинка у нас крупная, я малинку немножечко разломлю на кусочки, чтобы она сильно не выделялась. Блинчик печется приблизительно с одной стороны около 1 минуты. Очень быстро. Прошла минутка. Посмотрите, блинчик стал весь такими пузырьками. Вот сейчас мы можем его аккуратненько перевернуть. И выпекаем еще где-то чуть больше, чем полминутки. В это время мы... Топленое масло, мы его поставим в микроволновку, чтобы оно растопилось. Вы уже по моим рецептам знаете, что я предпочитаю для блинов только домашнее топленое масло. И стараюсь как можно чаще использовать именно топленое. Блинчик наш готов. Вот такой он получился красивый, посмотрите какой. Так, на сковородке у нас обязательно будут остатки от ягод. Нужно после каждого раза сковородочку протирать бумажным полотенцем. Потому что следующий блинчик, если мы не протрем, на нем будут пригоревший ягодный сок. Готовый блинчик мы смазываем топленым маслицем. Ох, какой аппетитный! Наш блинчик готов следующий. Итак, мы выпекаем все наши блины, пока не закончится тесто. Блинчик этот также мы смазываем маслицем слегка. Вот такие невкусные, аппетитные у нас блинчики получаются. Я уверена, что эти блинчики понравятся всем членам вашей семьи, от мала до велика. И особенно гостям понравятся. Со сметанкой, с чашечкой кофе или чая. К завтраку, пожалуйста, готовьте эти блины и наслаждайтесь. На этом я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы были со мной на канале. Ждите новых рецептов. Всего доброго и до новых встреч с вами.